Сегодня 11 мая. Я на участке озимой пшеницы. Сорт Лиговская, 4-я. Различные нормы высева, различные сроки. Это первый срок, 10 сентября. Норма высева 2 миллиона, то есть вот так выглядит участок, рыдки сомкнулись, первый срок 10 сентября 3 миллиона. Озимая хорошо выглядит, раскустилась, 4 миллиона. 5-6 миллионов. Здесь, конечно, чувствуется, что посев загущен, нижний ярус немного страдает, но в целом пока все неплохо. Следующий вариант, даже не вариант, вариант, это уже второй срок, 20 сентября. 2 миллиона. Посев уже здесь отчетливо уже видны рядки, но в то же время неплохо все выглядит, пока посев не страдает. 2-3, есть даже ступень, конечно, ступенька, наверное, разница в высоте сантиметров 8 заметная. Это есть 8. Так, 2 миллиона. 3 миллиона. 3 миллиона. 4. 4. 5. 6 миллионов. Но рядочки так, они просматриваются, и видно, что на 6 срок. Миллионах. Следующий срок, это третий срок, 30 сентября. Конечно, он отстает в развитии. Если сравнить высоту, то это, наверное, до 8-10 сантиметров. То есть такая ступень. Ну, конечно, это 2 миллиона. То есть посев уже светится, видна земля, посев слабенький. Визуально, конечно, я имею в виду по цвету, не сказать, что страдает, но силы нет такой. Это 2 миллиона. 3 миллиона. 4 миллиона. Все равно рядки просматриваются. 5 миллионов. 6 миллионов. 6 миллионов штук норма высева. То есть, ну, посев такой ослабленный, ну, как ослабленный. Все равно сейчас как бы неплохо выглядит, если не сравнивать. И как раз на стыке с 2 миллионами. 2 миллиона раннего срока, 2 миллиона. Широкий лист, мощное растение, и 6 миллионов. Посев светится позднего срока. На 6 миллионах посев страдает.